izi na gan yadar adit ganus de ne Johnsons yun jat der rocks ta. Gua hi ganzi wat ne ganun haradum hagedum. Ta gua der harad gua kanto. Тише, тише! Разве я не защищал вас? Не оберегал от всевозможного вреда? Хотите защитить нас? Дайте ружья и лошадей, чтобы мы защитили себя сами. Война — это не выход. Мы помним, Стэнвикс. Помним, как вы сдвинули границы. И сейчас твой народ копает землю, не считаясь с теми, кто на ней живет. Ваши слова сладкие, но лживые. Мы не будем торговаться и продавать. Мы пришли сказать, уходите прочь. Хорошо. Я протянул руку помощи, и вы ударили по ней. Думаю, с мечом вы будете вежливей. Ты нам угрожаешь? Да. О, нет. Что ты наделал? Покончил с вашими планами. Тамплиеры хотят получить эти земли. Да, чтобы защищать их. Думаешь, король Георг ночами не спит, думая о своих подданных индейцах? Или жители Бостона беспокоятся о них? Конечно, колонисты рады торговать, когда они нуждаются в еде, убежище или в чем-то для армии. Но когда в городе станет тесно, когда у них не хватит земли для посевов, когда не будет других врагов, посмотрим, как добры станут люди. Колонисты не воюют с ирокезами. Пока. Война придет. Так устроен мир. Рано или поздно. Я мог бы спасти вас всех. Вы говорите о спасении, но вы убивали их. Да, ведь они не слушали. И кажется, ты тоже не слушал. А я вас не яхте агумсаре, амдах яю не сканазе загумаджет.